для меня, как губернатора Камчатского края, для нашего правительства, безусловно, приоритетом является возрождение и развитие тех системообразующих отраслей экономики, которые традиционно составляли основу Камчатки. В том числе это, безусловно, судостроение и судоремонт. К сожалению, в последние десятилетия многое было растрачено. Многие названия, которые нам напоминают о былом развитии, ЦРВ, район в Петропавловске-Камчатском, другие, остаются названиями. И наша задача снова возродить ту экономику, те предприятия, обеспечить им их заказами, обеспечить поддержкой для развития материальной базы и в новых условиях, когда чрезвычайно востребованы услуги судоремонта, когда мы видим востребованность и необходимость развития собственного судостроения, такие мощности на Камчатке реализовать. Я очень рад, что Вилючинская верфь уже 22 года функционирует. Безусловно, сегодня мы вспоминаем ее основателя Евгения Васильевича Никитина. Но я хочу выразить уверенность, что весь коллектив продолжит его дело. Мы видим, что сегодня 67-е судно, включая вот эти три, завершено, два еще на подходе. И мы все будем делать для того, чтобы и новые суда из верфи выходили, и чтобы развитие предприятия было обеспечено. Я хочу поблагодарить всех тех, кто вложил свой труд, умения и навыки, свой профессионализм в эти суда. Хочу пожелать успеха всем работникам и руководству верфи, ну и, конечно, экипажу, безопасного плавания, хороших уловов на этих новых замечательных судах.